30 минут от международного аэропорта по узким улочкам острова Маэ, и вот мы уже на пристани Бель-Омбр. В ожидании катера, который ходит по расписанию 3 раза в сутки, можно перекусить в ресторанчике и заняться заселением в отель. А расстояние от острова Маэ до острова Силуэт катер преодолевает примерно за 40 минут. Либо приземляется вертолет вот на эту площадку. Зал ожидания. Первым на нашем пути попадается ресторан Гран Кас. Здесь же находится музей. Мне кажется, это бывший плантаторский дом. Да, написано, что этот дом принадлежал семье Дубанов. Вообще весь остров до 70-х годов 20 века принадлежал плантатору Дубану. Те, у кого питание с ужином, полный пансион, либо завтрак, ужин, имеют возможность здесь поужинать. Музей расположен на втором этаже ресторана Гран Кас. Посещение музея абсолютно бесплатно, а время работы совпадает с временем работы ресторана. В экспозиции музея представлены экспонаты, повествующие о жизни последних владельцев острова. Дорога в отель проходит через деревушку Ла-Пас. Население всего острова примерно около 200 человек. Большая часть из них проживает здесь, в этой деревушке. Деревушка потихоньку вымирает. Все стараются перебраться на остров Маэ. Дальше на пути встречается эко-центр, дайвинг-центр. Здесь можно взять на прокат маску, ласт, записаться на погружение или снорклинг. Сразу за территорией деревушки находится территория отеля Hilton La Brisse. Пропуска. Значок, говорящий о том, что дроны запрещены.
очень симпатичный мостик. Отель имеет очень большую территорию, поэтому, чтобы попасть из одного конца в другой, лучше пользоваться машинками, электромобилями, багги, как они тут их называют. Можно позвонить по номеру 0, вызвать себе машинку, и она отвезет вас в любую точку, куда вы скажете. Вот мы уже на территории отеля. Справа у нас располагаются бич-виллы. Слева гарден-виллы. Основной ресепшн. Территория отеля просто утопает в зелени. Здесь находится итальянский ресторанчик Портабелло. У кого питание с ужином, могут здесь ужинать. Для любителей азиатской кухни есть ресторанчик Sakura Antepanyaki. Sakura включен в полупансион и полный пансион. Типаньяки нет. Типаньяки — это повар при вас готовит, прямо сидите напротив него, и он вам готовит выбранные блюда. Также можно поужинать здесь вот на берегу, но здесь только за денежку можно покушать. Полупансион и полный пансион этот ресторанчик не входит. Честно говоря, даже не знаю, как он называется. Вот. Вечерами здесь живая музыка. Так, это
все выглядит. Вдоль берега очень много различных качелек, гамаков. Лабризон. Здесь проходят обеды. И работает пляжный бар. А вечером здесь анимация, можно посмотреть телевизор, матчи и так далее. Также здесь можно заказать напитки на пляж и к бассейну. Заказали рыбку в пляре, пиццу, стейк. Принесли вот такие вот креветочки в кляре и детский куриный супчик. Здесь магазинчик, сувениры, товары первой необходимости. Такие как крем для загара и так далее. Клуб. Живут черепашки. Черепашки ушли спать уже. Одна только тут бодрствует. Привет, малыш. Есть такой павильон, как второй ресепшн. Вот здесь игровая зона, можно попрыгать на батуте, поиграть в теннис, большой теннис. Можно взять велосипеды на прокат. Вот здесь вот полотенчики по бассейну выдают. Вот так вот выглядит пляж во время прилива. Пляж очень большой,
Говорят, что порядка 2 километра. У бассейна вот такие вот прекрасные лежачки с зонтиком. Зонтик регулируется, обеспечивая тень в любое время суток. Вот наш бич-вилла номер 229. Вот что из себя представляет бич-вилла. Большая двухспальная кровать, телевизор, один русский канал, чайник, кофеварка капсульная, 4 бутылочки воды ставят, мини-барчик. Здесь в холодильнике тоже мини-барчик есть. Есть вещи, которые нужно ритуально проработать. И не более того. Соглашение поездки не рука. Сначала там. Мы и фен. 2 шкафа. Здесь вот есть даже утюг. Гладильная доска. Здесь есть сейф. Совершенно шикарная ванная комната, здесь душевая кабина, 2 раковины, ванна, для любителей принять душ есть вот через эту дверку проход в душевую, открытую на улице, здесь туалет, соответственно, каждый день дают косметические принадлежности, душевые. Здесь вот так-то диван, у нас семья большая, 2 ребенка, поэтому мы здесь у нас кровать. Вот такой вот вид из окна и свой выход к океану. Свой гамак, свои 2 лежака, пляжные полотенца, здесь можно ножки помыть. Вот так вот выглядит пляж во время отлива. Вот там, где песочек, примерно по колено, наверное, получается, становится. Очень комфортно для купания маленьких детей. Водичка теплая. Им здесь дрызгаться просто прелесть. Сейчас попробую показать вам морское дно. Здесь есть и живность.
Кафе Дубан. Кафе работает по системе шведского стола, но из-за пандемии сейчас накладывают все официанты. Здесь проходят завтраки. Традиционно жарят яичницу, омлет, блинчики. Рыба, курица, сосиски, овощи, фрукты, каша, выпечка. Очень порадовало постоянное наличие разнообразных свежевыжатых соков. Да. Туда. Да, сейчас дождемся баги и поедем на красивый пляж. Здесь. Куда ты хочешь? Вот сюда. Садись. Давай, бери тут. Пап, ты вон туда сядешь. Ой, смотри, куда есть. Все, погрузились на багги. Поехали. Если лень ходить пешком, можно ехать на багги. Справа гарден виллы, слева бич виллы. Мы сейчас едем на пляж, который находится за спа. Здесь мини-садик такой, выращивают фрукты, овощи. Вот здесь находится спа. Вот он, выход к морю. Дорожка, конечно, каменистая. Спускаемся аккуратно. Это не проблема, ты с ребенком на руках. Какая здесь красота.
ресепшене можно взять карту острова с обозначением пеших маршрутов и достопримечательностей. Самый легкий маршрут на юг острова. На север острова маршрут сложнее. И, наконец, самый сложный маршрут на пляж Гранд-Бар и гигантским черепахам. Видео трекинга по этим маршрутам смотрите в следующих видео.